лучшим оратором. Я не могу у вас не спросить, как вы считаете, можно ли запретить любовь? Нет! Можно ли в России запретить любовь? Нет! Могут ли графологи запретить любовь? Нет! Могут ли рабочие группы запретить любовь? Нет! Мы собрались здесь ради любви и закона. А я, придя сюда, честно говоря, чувствую еще и недоумение и ревность. Реально, ревность. Я переживаю. Почему? Потому что раньше я был таким эксклюзивным парнем. Меня не пускали. Мои права вообще не принимаются. Меня власть не видит. Я для них официально никто. А потом мэрские выборы, и на них не пустили Яшина и Гудкова. И я уже такой думаю, блин, Дима, Илья, не надо лезть ко мне на мой пьедестал. Я хочу быть таким эксклюзивным. А две недели назад они говорят, что Навальный, еще 28 человек являются никем, недочеловеки. Их, блин, не признают графологи. Я совсем распереживался. Но сейчас... Сейчас уже нам официально сказали, что 5000 человек за каждого из почти 30 кандидатов. 150 тысяч человек! Они люди второго сорта. Они никто, они не существуют. Пу на них! И мне становится уже тесновато. Но... Я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе! Наконец-то мы с вами совсем одной крови! Мы для них люди несуществующие! И сейчас мы должны сделать все, чтобы доказать обратное. Согласны? Да! Я вижу здесь лозунг «Нет налогов без представительства». Это важная мысль, согласны? Да! Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, о да, мы существуем. Идите сюда, платите, давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать, нет, мы все никто. И раньше они игрались с какими-то единицами. Но сейчас они стали играться сотнями тысяч людей. Мы покажем им, что это опасная игра. Да! Мы покажем, что мы решительны. Да! Две вещи, которые я хочу сказать. Для чего они не пустили кандидатов? Для того, чтобы протащить свою единую Россию. Чтобы все 45 мест... были за Единой России. И у меня, конечно, дежавю. Я в 2011 году кричал, как называется эта партия, которая хочет захватить все. Напомните мне, как называется эта партия? Партия жуликов и... Партия жуликов и... Партия жуликов и... Я не хочу ее видеть. Я не хочу, чтобы в городе, где самый низкий рейтинг у этих жуликов и воров, они забрали себе все места. Они же просто перефразируют известную поговорку. Депутат может быть любым, при условии, что это депутат Единой России. Мы должны сломать эту схему. Они выставляют единороссов и каких-то своих подставных чуваков. Сами выборы, даже нечестные выборы, мы должны превратить в инструмент унижения Единой России. Сделаем так, что даже чертов калькулятор станет депутатом, но не единоросс. Сделаем! Умное голосование. Каждый из нас должен привести людей, чтобы они понимали, не получится так. Не буду пускать нормальных кандидатов. Будем избирать кого угодно, но не единороссов. Поддерживаете? Да! Навальный вперед! И сейчас, конечно же,
у всех у вас мысль. А что дальше? Мы задаем себе вопрос, а что дальше? И Собянин, смотрите, вон его мордочка видна, маленькая, он вылезает, он прячется за шторкой. Он задает себе вопрос, а что они будут делать дальше? Выйдут и разойдутся. Забудут завтра о том, о что они говорили сегодня? Проглотит оскорбление. Это решать кандидатам, это их стратегия, это их митинг. Но я бы предложил такой публичный компромисс мэрии Москвы. Я давно не был на таком большом митинге. У меня есть ощущение, что мы сможем собрать еще больший митинг. Сможем? Да! Компромисс мирный, чудесный, отличный компромисс заключается в том, чтобы... Это мое предложение кандидатам. Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии Москвы. И не уходим. Справочное голосование. Поддерживаете такую идею? Я понимаю, что, конечно, вот смотрите, уже там вот прекрасные розовощекие полицейские надули и говорят, мы задержим тебя. Да задержим. Не дадим, не дадим, иди вперед! Кто готов быть задержанным ради своего будущего? Я! Кто готов сесть на 15 суток ради своего будущего? Я! Кто готов привести на следующий митинг еще несколько человек и не боится? Я! Нам уже нечего терять! Уже здесь нечего терять! Они сожрали все! Невозможно это терпеть! Это все длится годами. Поднимите руки те, чья вся жизнь прошла при Путине. Все! Поднимите руки тех, у кого половина или треть жизни прошла при Путине. Поднимите руки те, кто не хочет умереть при Путине. Я предлагаю нашим кандидатам рассмотреть этот вопрос. Я предлагаю мэрии Москвы, администрации президента и всем остальным просто нормальный публичный компромисс, как с Голуновым. Вы его выпустили, мы не вышли. Вы их зарегистрируете, мы не выйдем. Вы их не зарегистрируете, мы... Выходим! Нет. Другого пути нет. Мы пробовали все, что угодно. Кандидатов нашли, подписи собрали, прошли самую идиотскую процедуру, самую сложную, чудовищную сбору подписей. Получили в конце только плевок. Конечно же, не хочется куда-то идти и сидеть под дождем, и ночевать на улице. Но, конечно, не хочется. Мы хотим остаться дома, но не перед телевизором, перед Ютубом. Мы хотим заниматься своими делами, но мы хотим знать, что нас здесь признают. Я хочу жить только в стране, где признак человека – это не чертов графолог. Пусть идут нафиг со своим графологом. Признак человека – паспорт Российской Федерации. Признак человека, что он здесь живет, он есть, он платит налоги, он имеет права. Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права. Готовы ли мы сами плевать на свои права? Иди вперед! Иди вперед! На выборах 8 сентября мы должны их сокрушить в любом случае. Сейчас! Ни одного единоросса, ни по одному округу. Но пока мы должны бороться за своих кандидатов. Поборемся? Да! Я всегда буду вместе с вами. Я надеюсь, что вы будете вместе со мной. Спасибо огромное! Один за всех!